Ребята, расскажите ваше мнение, почему вы здесь собрались сегодня? Потому что хороший стадион, мы хотим играть в футбол. Сколько лет тут был стадион? Нам негде играть в футбол. Нам вообще негде играть. Нам нужны турники и стадион, чтобы играть мяч. Главное турники. Турники нельзя носить. Да, турники вообще нельзя. У нас вообще ничего нет, у нас ничего не строят в стране. Вообще офигели, фонарели люди. Господи, да хорошо.